посмотри, этот мир ты посмотри, и поймешь, лучше мира не найдешь. Это я, это он, это ты, это сад, это дом из мечты. Приходи в этот дом, станем мы с тобой мечтать, как бы облако на радугу поймать. Раз, два, три, и снаружи, и внутри. Этот мир удивителен и мил. Защитник! Эй-хей! Все, еду! Еду! Ура! Вадик, Дуля! Здравствуйте, дорогие мои! А мы с подарком! С подарком! Ах да! Мы из путешествия игру привезли! Прыгомяч называется! Опа! Ой! Сейчас покажем, как играть. Зо, кидай мяч на сетку. А теперь так! Спина! Сейчас, сейчас! Во! Спасибо, Бо. Зо, я, наверное, немного отдохну. А вы поиграйте пока в прыгомяч с ребятами. О! Спасибо, Бо! Ну ты настоящий защитник! И мне помог, и дедушке. Да, я защитник! Опа! Бо, кидай уже мне мяч! Держи! Бо, ты почему так странно играешь? Я тебя защищаю! Вдруг мяч в тебя попадет! Ой! Эта игра опасна! Надо во что-то другое поиграть. О, иди с нами играть. Так-так, перетягивание каната тоже опасно. Бо, ну не придумывай. Я просто немного оступилась. Теперь у каждого свой канат, и ничего перетягивать не нужно. Дети, вот вам вишня и домашний лимонад на перекус. Вот. Бон аппетит! Спасибо! Вы что? Бо, ну теперь-то что? Там же косточки! А мы аккуратно. Погоди! Вот так... Ну вот, одна готова. Сейчас все косточки уберу, и можно будет есть. Я тут вспомнила, мне домой пора. И мне пора. Я тоже вспомнил. Хрю. Но ведь... Зо! Ой. Нет! Зо, это все очень опасно. Можно упасть, удариться, улететь. Хорошо, Бо, тогда скажи, что мне не опасно делать? Посидеть можно. Это еще зачем? Так ветер, холодает. Ой, варежки забыл. Нет никакого ветра. Тоже мне. Вот кого защищай. А мне надоело. Держи, Зо.
Зо, ты где? Зо! Сколько яблок в этом году? Варенье, компота наготовим. Зо! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Спасите! Спасибо. Эх, никакой я не защитник. Меня самого защищать надо. Ничего, Бо, мы не против тебя защищать. Будем защитниками защитника. А меня ты все-таки защитил. Спасибо, Бо. Вот я и снова здоров. Что, молодежь, прыгай мяч поиграть не хотите? Да! И я хочу. Не переживайте, никого я больше защищать не буду. Ой. Только если немножко. Что это? Мяу. И ты тоже нажми. Особое приветствие. Лап, во! Эй-гей-гей! Ой! Твои дедуля прилетели! Родные мои! В отличной форме, сынок. Вы, как всегда, внезапно. Ух ты! Вот это приветствие! Особое приветствие. Видел? Опал! И нам такое надо! Приветствие, чтоб не как у всех, а как у лучших друзей. Точно! Давай так! Оп-оп-оп-оп! Оп и оп! Да! Теперь здороваемся только так! Хрю! О! Всем привет! О! Коля! Оп-оп! А? Оп! 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 Ой! Ух! Жарко. Ага. Коля, давай еще раз попробуем. Давай. Раз, два. Ой. Эх, фунс. Раз, ой, два. Эх, ой. Рю. Эй, почему не купаетесь? Выходим из воды. Время дыхательной гимнастики. Вдохнули и выдохнули. Вдохнули. Я дома. Еще. Вдохнули и... О, выдохнули. Порепетирую. Оп, оп, оп. Ну вот же, получается. Эх, не получается. Ух ты, деда Харитон и Коля цирк показывают. Оригинально. Зайдем, поздороваемся. Хорошие у вас кабачки. Что за сорт? Хряковский богатырь. А вы к нам в гости? Да вот гуляли, Зо и Бо.
А где же бот? Только что же тут был? Странно. Подводить нельзя. Пора начинать. Опа! Ой, Бо, лови пас! Бо? Бо опять пропал. Какой-то он сегодня пропащий. Если Бо не будет, он у нас лучший защитник. Бо, ты где? Бо! Бо! Выходи! Ну, где же ты? Мы тебя ждем! Знаешь что, Бо? Может, ну его, это особое приветствие. Давай здороваться, как захочется. Коля, друг! Хрю! Бо, Коля, вы играете или нет? Играем! Новый самокат. Ха! Гулять, гулять, гулять! Ого, какой самокат! Красивый! С гудочком. Аккуратней! Он еще совсем новый. Мне его на день рождения подарили. Зо, дай покататься. На самокате так здорово прыгать через камешки. Через камешки? И гонять по лужам. По лужам? Да вы что? Самокат же может испачкаться. Или еще хуже, поцарапаться. Нет, 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 ни за что. Может, тогда поиграем в жмурки? В жмурки! Играем! Ножки, хвостик, два копытца. Ну а как кому напиться? Молоко не будешь пить, значит, будешь ты водить. Зо водит! Ну, где вы? Я здесь. Ага, а я здесь. Ладно. Я тут. Ну, сейчас. Я здесь. Поймаю. Зо, ты только послушай. И мглой волнистою покрыты небеса. Ой, вижу, ты еще не созрела для поэзии. Не буду я больше играть в ваши жмурки. Ну ладно, не хочешь в жмурки? Давай в догонялки. Догонялки? Да ну, Бо, попробуй догони. Не поймаешь. Ты догонишь, ты догонишь. Не догонишь, не догонишь, не догонишь. Все, теперь ты, Вода. Так нечестно! Зо, может, не надо было на самокате в догонялки играть? А давайте тогда в мяч! Мяч? Это другое дело! А ну, кыш, кыш! Зо, не отвлекайся! Ну, Зо! Не скучай! Зо, я в игре! Ха, лап!
самокат здесь ни при чем. Просто мне эти игры не подходят. А нам подходят, да, девочки? Ребят, ну чего вы? Давайте в прятки или в городки. Ну, зато у тебя есть самокат. Новый, с гудочком. Ребята, смотрите, что у меня. Конечно. Ого, как летают! Умопомрачительно! Неужели самолетик лучше самоката? Ну и ладно, подумаешь. Спасибо, Зо. Жалко, что самолетиком пока не поиграть. Пульт сломался. Тогда, если хотите, можно покататься на моем самокате. Он новый и с гудочком. Без гудочка. Ой, как жалко. Ничего страшного. Самокат можно и починить. Правильно. Куда важнее наша дружба. И когда мы играем все вместе. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит. В самый чувствительный момент. Мелки. Так, чего-то в них не хватает. Нам посылка. От Бай Дедули. Интересно, что они придумали на этот раз. Конфетки? Набор секретных восточных специй. Кажется, это мне. А это кому? Кисти для росписи керамики. Это маме. Ой, как здорово. Возьму на работе выходной и распишу все мои чашки. А это... Похоже... Вам, дети. Мелки! Ого, сколько цветов! Зо, пойдем скорее во двор. Нарисуем что-нибудь на асфальте. Зачем на асфальте? Рисуйте на нашем гараже. Я его давно хотел освежить. Точно! А когда нарисуем, сфотографируем и отправим Бай и Дедули как открытку. Здравствуй, Зо! А мы сейчас будем наш гараж разрисовывать. Смотрите, какие мелки нам прислали Бай и Дедуля. Це маніфік. Я буду рисовать подводное царство с затонувшими сокровищами и разноцветными рыбками. А можно нам посмотреть? Ага. А я буду рисовать... Мо!
мам! Ты куда? В кондитерскую. Хочу купить Бай дедули пастилу и отправить вместе с вашей открыткой. Ой, погоди! Я с тобой! Я точно знаю, какую они любят! Я сейчас быстро вернусь, и вот увидите, что я придумаю! А знаешь, мам, что я нарисую? Сказочные джунгли. Все будет ярко-зеленым, а цветы фиолетовые, голубые, красные. Там есть один такой розовый мелок, он просто умопомрачительный. Во! Можно мы со Снежаной нарисуем рыбок? Вот тут! Ага. А? Дайте нам, пожалуйста, красный. И голубой! Ага. Да! Вот! Ура! Я бы усилила цвет морской волны. Вот этот. А тут не хватает яркого пятна. Например, розовой медузы. Ага. Вот. И голубой. А я дорисовал сундук и буду рисовать осьминога. Ага. Вот, вот. Немножечко? Где мой красный? Где мой зеленый и голубой? Где мой умопомрачительный розовый? Ну ничего. Возьми все оставшиеся мелки. Да тут одни желтые и оранжевые остались. Мне что, безжизненную пустыню рисовать? Вместо сказочных джунглей. А что? В пустыне ведь тоже красиво. Но я хотела джунгли. Это был мой личный набор. Мой личный зеленый и мой личный розовый. Эх вы! Постой, Зо, не уходи. Да она просто жадничает. Нет, просто Зо обидно, что мы взяли ее личные вещи без спроса. Прости, Зо, это я увлеклась и не заметила, что беру мелки из твоей коробки. Мы все будем внимательнее в следующий раз. А сейчас, может, вместе подумаем, что можно нарисовать оставшимися мелками? Есть одна идея! Ого! Вот это да! Шедеврально! На-ка. Непростая работа. Ой, хорошо, папин помощник. Тёма, ты погляди, как красиво. О, красота-то какая! С самого утра трудитесь, Семен Семенович. Да, метем помаленьку. С таким помощником быстро управитесь. Семочка, какой ты молодец! Пойду присяду. Ой, спасибо. Как хорошо.
Да какие же это новости? Это старости? Внимание, экипаж! Начинаем снижение! Высокая турбулента! Турбо-что? Входим в плотные слои атмосферы! Вы чего? Зачем? Идите, ураган! Держись! Будет легкий банк! О, привет, Сёма! Зо, а на какой мы планете? На Венере. Тут одна пустыня. Каменистая. Да, пожалуйста. Как. Ну что, проверим, можно ли жить на Венере. Сила притяжения минимальная. Температура воздуха жарко. Очень. Хорошо. Планета пригодна для жизни. Похоже, в космосе дворников не хватает. Ух, воды тут не хватает. Одна пыль. Летим на Марс. А на Марсе так же пыльно. Ой. Экипаж, готовим новое оборудование. Мы космические суперизобретатели. Да. С такой работой не каждый справится. Вон сколько сделали. И столько же насорили. Ой-ой. Спокойно. Сейчас уберем. Это же проще простого. Ха. Превращаемся из суперизобретателей в космических дворников. Можно? Ну, попробуй. Вау-вау! Ой, включаю режим скоростной уборки. О! Так. О! А мне можно? Можно, только осторожно. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Вот здесь держи, тогда и убежит. Ой. Ой. Вот это я понимаю. Молодцы. Эх, красота-то какая. И двор чистотой сияет. Вы, Семен Семенович, просто волшебник. Нам так с вами повезло. А, это мне повезло. С помощниками. Весь космический мусор убрали. Фух. С нами в космосе порядок. И на Земле. Не знал, что вы космонавтами хотите стать. Хотя с такой стартовой площадки и я бы полетел. Нет, мы еще точно не решили. Так, хочется все-все попробовать. А я точно решил. Стану космическим экологом. Кем-кем? Ну, экологи за чистотой природы следят. А я буду с космическим мусором бороться. Сёма, ты со мной? Красный карандаш.
Какой-то у нас тут непорядок. Идеальный. Ну, почти. Карандаш в коробку положу, и все. Ой, карандашик! А можешь дать мне его на минуточку? Очень нужно. Но тогда порядок не будет идеальным. Я быстренько нарисую и сразу верну. Ладно, Бо, бери. Эту справа. Так. Эту слева. А эту куда? Так. Мум, то есть мам, вот. А в эту рамку мы вставим рисунок Бо. Здорово получилось. Пригодился мой карандаш. Бо, кстати, давай его сюда. Положу в коробку для идеального порядка. Ой, а я его Макару одолжил. Ему было очень нужно. Макар обещал карандаш сразу вернуть, когда братик уснет. Как думаешь, может, он уже уснул? Надо проверить. Мам, мы к Макару сбегаем. Конечно, только не опаздывайте. У папы дебют. Овощное рагу. Макар! Ой, привет! Привет, Зо! Спасибо тебе за карандаш. Да не за что. Я могу его забрать? А что, Коля не принес? Коля? Ну вот. Что карандаш тебе сразу вернут, как только фокус отрепетируют. Понятно. Навестим Колю. Ага, пойдем быстрее. Ой-ой, привет, Коля! Привет, а я к вам бежал. Он сейчас карандаш из цилиндра достанет. Фокус-покус. О, спасибо, Коля. А карандаш-то где? Ой, а он у деда Харитона. Временно. Да что ж такое? Надо было список циркового реквизита закончить. И он карандаш попросил. На минутку. Я думаю, минутка уже прошла. Ой, фокус, фокус. А вот и я. Очень таинственно. Деда, а карандаш-то где? Карандаш? Он тоже исчез. Так. Таинственно? Так. Что? Опять? Так я его папе быку передал. Он как раз мимо проходил. Папа, это же... Свёкла-цилиндр. Вас с дедулей прислали из дальней поездки. А мой красный карандаш? Он на столе. У тебя в комнате.
Это он? Мой карандаш? Прости, Зо, я не знал, что он всем понадобится. Ладно, зато скольким друзьям он помог. И еще поможет. Зо, можно... Мой чудесный карандаш? Нет, тебя и Бо. Рагу готово, идемте обедать. Пора за стол. Ура! Овощное рагу! И идеальный порядок!